Это Дархан, и это игра DC Легенды. Наверное, расскажу про Синестра. Желтый фонарь. Так. Так. Сейчас. Некогда Синестром был величайшим зеленым фонарем. Ныне же он владеет силой страха и пытается стать владыкой вселенной. Тал Синестро был уважаемым зеленым фонарем, но злоупотребил властью и объявил себе единственным повелителем Коругара, своей родины, а затем его величайшей целью стало владычество над Вселенной. За свои преступления он был сослан на планету Кварт. У Вселенной антиматерии знаний ему удалось выковать силовое кольцо, приводимое в действие желтым светом страха. Теперь Синестро возглавляет собственный корпус фонарей, целью которого является привнесение ужаса во Вселенную. Ладно, сейчас мне начитать. Сейчас волос настрою. Так. Так, ну это тоже Синестро, только белый фонарь. То же самое. Так, назад. И расскажу, наверное, еще. Так, наверное, уже сдаюсь Бэтмене, расскажу. Так, Лига Справедливости, семья Бэтмена. Брюс Уэйн поклялся отомстить за убийство родителей, и теперь Бэтмен вселяет страх в сердца преступников Готэм-Сити. После того, как маленький Брюс Уэйн оказался свидетелем убийства своих родителей, вся его жизнь стала борьба со злом, таящийся под покровом ночи, благодаря родительскому состоянию, прошел всестороннее обучение и обзавелся высокотехнологическим арсеналом, после чего взял себе личину летучей мыши для запугивания преступников. Бэтмен преследует тех, кто посягает на невинных, стремясь защитить людей от того, что пережил он сам. Ладно, тут уже мене. Так. Вот такие. В броне. Чем-то железного Халк Бластера, чем чуть напоминаю. Так. Но этого у меня еще нема. То же самое. Про зеленый фонарь я отдельно расскажу. Так, это что-то уже был, типа, так. Так, ладно, расскажу про Тихо, то есть Хаш. Принадлежности что-то не мое. Ладно, затаив беду на Брюса Уэйна, Хаш сосредоточил все свои усилия и хитрость на том, чтобы уничтожить крестоносца в плаще. После неудачной попытки убить своих родителей, Томас Эллиот затаил злобу на Брюса Уэйна. Во-первых, отец Брюса спас мать Томаса от несчастного случая, разрушив его план. Во-вторых, Брюс потерял обоих родителей, став тем, кем хотел стать. Сам Томас, сиротой миллионера, с тех пор он сосредоточил свою силу на том, чтобы стать выдающимся криминальным гением и разработать план, который обеспечит провал величайшего детектива в мире. Так, Королица. Так, защитница Танагара. Защитник Крылья Танагариани. Кандра Сандерсон, рожденная египетская принцесса, она жила и умирала бесчисленно. Численное количество раз и теперь перевоплотилась в Оролицу. Шайара, принцесса Древнего Египта, была убита злым жрецом Хатсетом с помощью кинжала, выкованного из магнитного энергометалла инопланетного мира Танагар. Ее душа была проклята и обречена бесконечно жить и умирать. Кендра Сандерс, текущее воплощение этой жесткая супергероиня Орлица обладает крыльями и кинжалом из энного металла и черпает свои силы в далеком прошлом Земли и Танагара. В принципе, в Лиге Справедливости 6 так и показали. Ладно. И напоследок. Амайзо. Стящий подражатель.
Так, тайне общество суперзлодіїв. Андроїд, созданий професором Айво для копірування сверхчеловічих способностей и оружия. А мы за это андроид, созданный профессором Айво. Первоначальной задумкой было создать операционную систему Амейз для копирования сверхчеловеческих способностей и оружия. Амейза быстро стала достаточно сильным противником, чтобы суметь противостоять несправедливости. Но это достижение не позволило ему понять, что он был лишь инструментом в руках своего создателя. Так.